Всем привет, это GoodStay. Сейчас поговорим про то, как управлять способами оплаты, доступными в магазине. Для того, чтобы управлять, соответственно, заходим в настройки магазина, например, в магазин заказ еды в номер, и видим, что сейчас здесь есть вот такое поле «Способы оплаты», и в этом поле сейчас выбраны три способа оплаты – карта при получении, наличными и записать на счет комнаты. Давайте посмотрим, что еще есть. Еще есть способ оплаты бесплатно, который подойдет для тех магазинов, в которых есть бесплатные товары. Например, вещи, которые можно попросить в номер, например, тапочки и халат. Также есть оплата на ресепшн и оплата в ресторане. Например, для услуг или для бронирования столика в ресторане. Давайте, например, у нас не будет сейчас записать на счет номер комнаты. Убираем этот способ оплаты, нажимаем «Сохранить». И давайте посмотрим. Заходим в этот магазин. Добавляем товары в корзину. Нажимаем «Продолжить». И теперь вот здесь в способах оплаты у нас есть всего два. Карта при получении и наличными, которые мы и указали.